Здравствуйте, друзья. Мы сейчас находимся в подъезде, вот, где я живу, в доме. Вчера соседи из 10-й квартиры ставили себе железную дверь. Вот, смотрите, это вот у них дверь такая стояла раньше, деревянная. Они поставили вчера железную дверь. Ну, я не буду говорить, что вчера весь день долбили, сверлили, стучали. Ладно, как бы понятно. Без этого не обходится. Но просто вы посмотрите, во что у нас превратился подъезд, который моют у нас раз в неделю. Мы платим за это 100 рублей в месяц. Бабушки приходят, моют. И вот во что они за день превратили это дело. Вот. И вот уже сутки стоит, как бы человек даже не пытается убрать этот мусор, не подмести, не уж говорить, не помыть полы. Ну, хотя бы подмести полы, да? Вот. Ну, я вот просто как бы ужасаюсь и жду, когда же у нее эта совесть появится. И вот почему мне этот ролик захотелось записать? Потому что, когда у нас ругают Путина во всем, ну, власти, мне вот хочется спросить, задать такой вопрос. А вот в этом вот тоже Путин виноват? Или вот кто, вот западные спецслужбы тоже вот пришли здесь вот так вот нахавозничали и все оставили, как бы, да? Вот, поэтому, люди, давайте будем, пожалуйста, людьми, вот, вспомним о своей совести, вспомним, что вокруг живут люди, и если уж вы хотите делать ремонт, если вам заняться другим больше нечем, созидательным, вот, ну, делайте, пожалуйста, свой комфорт не за счет ну, других людей. Вот, потому что, ну, мы не обязаны страдать-то от того, что вам хочется жить хорошо. Вот, ну, заменили дверь, ну, пожалуйста, потом возьмите совочек, возьмите веничек, подметите за собой, уберите все. Вот, потому что вы живете, мы живем в общественном месте. Вот, если каждый будет устраивать свой личный комфорт за счет других, ну, это никуда не годится. И вот у одной жительницы у нас даже не выдержала душа, она прям написала, приклеила на почтовый ящик: жители квартиры 10, вымойте полы в подъезде за собой. Вот. Потому что часто такие варианты вот встречаются. Вот месяца два, что ли, назад сосед обшивал балкон. Тоже вот он старую обшивку выставил. Вот, и здесь все эти листья, ветки, которые там за многие десятилетия накопились, все это тоже валялось. Но через два дня, правда, убрали после появления вот такой вот записи. Ну, до новых встреч!